Сдача жилья посуточно привлекательна и для арендодателя, и для квартиросъемщика. Например, для компании из нескольких человек квартира на несколько дней обойдется дешевле, чем номер в отеле. К тому же там можно готовить, пользоваться феном, стиральной машинкой и утюгом без дополнительной оплаты. Арендодатель получает неплохой доход, при этом ему не требуется регистрироваться в качестве предпринимателя. А что сделать обязательно, так это оплатить налог. В данном случае можно выбрать из двух вариантов. Первый из которых – фиксированная ставка единого налога. Если физическое лицо выберет уплату единого налога, то данному лицу до начала осуществления деятельности необходимо подать в налоговый орган письменное уведомление или уведомление через личный кабинет плательщика по установленной форме. Уплатить единый налог, исчисленный налоговым органом, на основании представленного уведомления. Второй вариант, которым может воспользоваться физическое лицо, это применение системы налогообложения с уплатой налога на профессиональный доход. Если физическое лицо планирует применять систему налогообложения с уплатой налога на профессиональный доход, то до начала осуществления деятельности необходимо установить приложение «Профдоход», проинформировать налоговый орган через приложение о применении налога на профессиональный доход. Данное приложение размещено на официальном сайте Министерства по налогам и сборам в сети интернет и доступно для бесплатной установки на смартфон, ноутбук или компьютер, включая планшетный компьютер. Ставка налога в этом случае равна 10% и исчисляется от общей суммы выручки, которую необходимо будет отражать в данном приложении путем формирования электронного чека. Более подробную информацию можно узнать на сайте Министерства по налогам и сборам, либо обратившись в налоговый орган по месту жительства.